решили просто роспись. Мы не решили просто роспись. У нас будет свадьба, но для нас двоих. Ты самая лучшая в показе мейка. Спасибо огромное. Очень приятно. Почему перестали делать видео с Ирой? Потому что мы с Ирой не видимся. Привет с Ростова. Вам тоже привет. Ира в Унече. Ребят, ну вы же можете посмотреть, где Ира. Сколько будет победителей? Боксов 15 победителей. Танюш, макияж жду еще в прямом эфире. Постараюсь, очень красиво, спасибо. Красота только. Расскажи про пудру, ник сменим, проблем на коже. Да, эта пудра подойдет под любую кожу. Под комбинированную, под жирную, под сухую. Минеральная пудра — это вообще моя любовь. Что делать на карантине? Хороший вопрос. Возможно, у вас есть хобби, и увлекаться этим хобби, развиваться как-то. Возможно, отказаться от работы какой-нибудь нудной и заняться чем-то через интернет, продажи вещей и так далее и тому подобное. Сейчас очень много способов заработка. Развиваться. Отметь позже косметолога. Где отметить? Привет, классно выглядишь, красотка. Танюша, как у тебя студия? Закрыта. Наращиваю только уголки, но, к сожалению, все выпало. Не жалею. Меня никто не бросал. Больно губы делать. Терпимо. Миленькая, спасибо. Научи красить бровки, у меня мало волосиков, что делать? У кого мало волосиков, вам желательно использовать помадку для бровей, для того, чтобы можно было эти бровки нарисовать. То есть, когда есть свои волоски, можно это сделать с помощью теней. Если же своих волосиков очень мало, то использовать более что-то плотнее. Это либо карандаш, либо помадка для бровей. Сниму видео попозже по поводу бровок. Хочешь вкусно пить и есть, подставляй очко, будет тебе масло, будет молочко. Что-то юмор тут подъехал. Нет, я в директ не отвечаю, к сожалению. Чем занимаешься? Пока сижу, общаюсь с вами. Сохранишь эфир? Не люблю сохранять эфир. Какие качества ты ценишь у мужа больше всего? А есть одно качество, которое ценю я больше всего. Это качество называется «самый лучший» по всем фронтам. Такая красивая, спасибо. Почему не хочешь выполнить зубы? Выполнить зубы? Где муж? Объелся груш, вот сидит. Нет, не хочу. Она тоже привет. Так, привет из Унечи, вам тоже привет. Где узнать условия конкурса? Я еще не выставляла конкурс. Подождите немножко. Куда бы хотели слетать? Я хотела бы облететь весь мир вообще. Еще и в космос мой муж хочет. Танюша, умничка, красавица, так держать. Любви вам вечно, Сергеем. Огромное спасибо вам того же, даже больше. Ира, Пинчук, в Унече. С Пинчуком общаетесь, с Пинчук дружишь. Да. Подскажи номер любимой помады твоей от Никс. 63-й. Вообще мне нравится оттенок Буэнос-Айрес, но, к сожалению, я его нигде не могу найти. Как научиться краситься так же? Смотреть мои ролики и повторять за мной. Какие города смогут участвовать? Все. Говорят, что когда лайкаешь твои ролики и пересылаешь друзьям, то... Получается все гораздо лучше. Да, лучше учится. Общаюсь я с Ирой. Ты очень красивая, спасибо. Я так хочу в кино. Ой, куда я только не хочу, ребят. Если бы вы знали. Ты выглядишь как Золушка. О, божечки. Какая милость. Спасибо большое. Условия конкурса вы сможете прочитать завтра. Завтра, мои сладкие. Завтра я все подробно, доходчиво вам напишу. Вы очень душевная и невероятно красивая девушка. Огромное вам спасибо. Возможно, пить. Что нужно для конкурса сделать?
подскажи марку теней, которые в розыгрыше. Там марки теней и всех Никс. Покажи мужа. Недолго только. Глаза красивые. Спасибо. Привет, привет. Сколько в месяц зарабатываешь? По-разному. Нет точной суммы. Ты ушла из-за карантина? Что? Как ты с Сережей познакомилась? Очень часто тоже отвечала на этот вопрос. Я работала у него. Восхищаюсь, красотка. Какие условия конкурса, когда розыгрыш? Завтра розыгрыш и завтра все условия. Квартира не своя, она съемная. Общаешься с Миленой. Что думаешь насчет их расхода? Относительно, да, на нее подписано, писала ей сообщение, могу написать, она может написать мне. Я думаю, что все очень печально, что Леша поступил отвратительно. Вот, ну, как бы я не судья и не могу ничего конкретного сказать. Ее мне, безусловно, жалко, но слишком уж она утрирует ситуацию. Я понимаю, что она была влюблена, все дела. Знаю, каково это, знаю, как это больно, но, тем не менее, написать о том, что она хочет умереть. Все мы хотим умереть, когда у нас происходит что-то ужасное и когда на душе плохо. Ну, как бы это сообщать, писать о всем, не считаю это правильным и считаю это все равно еще какой-то детской глупостью. Так, вы с Ирой общаетесь? Еще раз миллион спросите, пожалуйста, меня. Зачем вам мой муж? Что покажи, ты расскажи. Он мне красивый, все хотят на него посмотреть. Обожаю тебя, спасибо, я вас тоже. Сколько миллилитров на губах? На губах или в... Я не знаю, этот вопрос лучше задать Диане, моему косметологу. Спасибо, ждем про брови. Обязательно. Какой сгиб и длина ресничек? Элька 12. Любимый бренд косметики. Больше всего у меня косметики Никс. Но не могу сказать, ну, сказать, что это один мой любимый, но ее больше всего. Таня, вы общаетесь с Ирой? Ребят, ну хватит. Общаюсь с Ирой. Я общаюсь с Ирой. Да скажи мне, что за розыгрыш? Розыгрыш косметики. Когда студия откроется? Когда пройдет карантин? Каким тональным кремом пользуешься? Лореаль. Брекеты не хочешь поставить? Хочу и не хочу. Почему не общаешься? Так, хватит. Когда детки будут? Как только, так и сразу. Как твоя нога? А что с моей ногой? Таня, слышала про чипы? Не надо, пожалуйста, об этом. Слышала, и это ужас. Отвратительно, не хочу больше читать подобное. Танюш, как ты относишься к коронавирусу? Плохо, как можно относиться к вирусу? Какие города смогут участвовать? Все. Так, я перелистываю вниз до самого конца, потому что очень много вопросов. Танюша, подскажи, как долго шла посылка с этого сайта и сколько стоит доставка? Посылка шла 2 дня, у меня заказ был на сумму 100 тысяч, поэтому доставка мне была бесплатна. Сколько бы она стоила, если бы я не заказывала на такую сумму, я не знаю. Жаль, что не всем косметика достанется. Я постараюсь делать подобные конкурсы чаще, чтобы у всех была возможность выиграть. Таня, посоветуй, пожалуйста, что-нибудь от прыщей на лбу. Посоветовала бы, если бы была дерматологом. Не могу вам сказать, если честно. Смотря, ну, вы понимаете, для того, чтобы не было прыщей на лбу, нужно узнать причину появления прыщей. Когда новое видео с мейком? Хороший вопрос. Постараюсь сделать на днях. Твой любимый аромат. Их много. Молекула нравится. Нравится наркотик. Наркотик флёр. Нравится Монталь. Sensual Instinct. Сколько весишь? Много. 58 кг, наверное, 59. Скорее, 59.
Фариде привет. Ответь, пожалуйста, как правильно подобрать стрелки к глазам? Я сделаю видео. Передай привет старому осколу. Передаю привет. Планируешь переезд в Одессу? Отличный вопрос. Мы с Сережей раз пять об этом разговаривали. Я бы очень хотела, я думаю, что Сережа, в принципе, тоже. Но есть определенные обстоятельства, по которым мы пока не можем туда переехать. Розыгрыш завтра. Сережа работает. Кисти какой фирмы? Никс. Беларусь участвует? Участвуют все. Все страны, города, любую доставим. Сколько миллилитров в губах? Очень крутые. Вопрос к моему косметологу. Она там все над ними чарует. Таня, если бы ты не была блогер, то что? Спасибо за наводку про минеральную пудру от Никс. Купила себе, буду пользоваться. Очень красивым макияжем. Делай чаще видео. Спасибо. Большое пожалуйста, очень люблю, когда кто-то прислушивается, а потом мне пишет о том, что они довольны, это очень приятно. Нет, участвуют все страны. Спасибо за комплименты, спасибо, спасибо. Ты делаешь ресницы от середины глаза, все верно. Сколько нужно времени, чтобы сделать плоский живот? Смотря какой живот до этого, можешь дать ссылку на косметику эту? Зайдите на сайт Wildberries и